что было бы, если бы? Конечно, историк не может включать рассмотрение этого вопроса в свое историческое исследование. Но историк обязан думать над тем, что было бы, если бы, и в том числе, конечно, оценивать потенциал своих героев, особенно если речь идет о героях первой величины, о, так сказать, национальных лидерах. Но и здесь опять-таки мы возвращаемся к вопросу о войне. В общем-то, как говорится, в случае Гитлера война была вероятна. Я остерегусь говорить, что война была бы неизбежна. Все-таки, вернее как, неизбежной Вторую мировую войну сделал Версальский мирный договор. Вот об этом надо всегда помнить, что бы мы ни говорили, какое бы событие межвоенных десятилетий мы ни рассматривали. Даже если это внутриполитические события, как все тот же кризис 6 февраля 1934 года во Франции, всегда надо помнить, что есть Версальский договор. Это такая страшная бомба с часовым механизмом, заложенная под Европу, да и под весь мир. Вот, часовой механизм тикает. В общем-то, Гитлер работает на войну, безусловно. Муссолини, может быть, не очень сознательно, работает на войну. Черчилль работает на войну, полковник Бек работает на войну, Даладье во Франции, Поль Рейно и Жорж Мандель работают на войну, да и коммунисты им отчасти в этом помогают. Вот, ну уж простите, скажу еретическую вещь, наверное, Сталин тоже работает на войну, потому что Советский Союз, конечно, был заинтересован в новой империалистической войне. И как раз советский посол во Франции Владимир Петрович Потемкин, один из умнейших людей своего времени, кажется, в 1935 году сказал кому-то из французских политиков, как бы даже не министру, военному министру Жану Фабри, предлагая подписать военную конвенцию между Советским Союзом и Францией, Потемкин, умница, циник, конечно, ну как все настоящие дипломаты, бросает такую фразу: из Первой мировой войны вышла социалистическая Россия, из Второй мировой войны выйдет социалистическая Европа. И, собственно говоря, вот одни люди сознательно работают на войну, другие люди, в случае других людей трудно, вот как тот же лорд Галифакс, трудно сказать, он сознательно работал на войну или нет, что если он сознательно работал на войну, это чудовище. А если несознательно, то страшно подумать, что такой человек руководил внешней политикой Великобритании. Вот, во Франции Мандель и Рейно работают на войну. Жорж Бонне, министр иностранных дел, сознательно работает против войны. Флюгер, Даладье вертится, колеблется. Он то туда, то сюда. Он то подписывает. Это человек, который подписал Мюнхенское соглашение, который объявил войну Германии. Вот, кстати сказать, в нарушение всех парламентских процедур. И вот Эжен Фро, человек, в общем-то, достаточно легкомысленно относившийся к вопросам войны и мира. Он спохватывается, вот, собственно, в эти самые первые, последние дни августа, первые дни сентября 1939 года, дескать, ребята, что же мы делаем? И он прямо задает своему бывшему шефу Даладье, они были вместе в правительстве, напомню, в 1934 году, дескать, господин премьер-министр, господин председатель совета, это, говорится, что ж, вот это предложенное вами голосование за военные кредиты, это что, объявление войны? Даладье говорит, нет, это не объявление войны, это голосование за военные кредиты. Палата голосует за военные кредиты, Даладье объявляет войну. И, собственно говоря, вот если подумать, кто в те минуты... Да, люди, конечно, уже спохватились. Спохватился во Франции Марсель Деа со своей известной статьей «Умирать за Данцик» с вопросительным знаком, что, дескать, французские крестьяне и рабочие не хотят умирать за Данцик. Жорж Бонне всеми силами старался предотвратить войну, ну, а по ту сторону Ла-Манша, соответственно, Невилл Чемберлен, британский премьер-министр, всеми силами старался войну предотвратить. Но эти, вот уже усилия этих отдельных людей, уже раскрутившийся маховик войны остановить не могли.